Приветствую вас, друзья. Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска снова с вами. Друзья, скажите, пожалуйста, кто в современной России не знает, кто такой Владимир Вольфович Жириновский? Все знают, что это бессменный на протяжении, наверное, 28 уже или, не знаю, более лет лидер ЛДПР, Либерально-демократической партии России. И столько же лет примерно он... бессменный депутат Государственной Думы и решает важнейшие вопросы жизни нашего государства, а значит и нас с вами, каждого из нас, друзья. И мы знаем, что у Жириновского особая любовь к молодежи. Он двигает молодых людей на государственные посты. Вот мы знаем, что сейчас Фургала, там, которого привлекают за преступление 20-летней давности к уголовной ответственности, привлекли, наверное, уже он своего губернатора Дегтярева посадил в кресло губернатора Хабаровского края. Он посадил в кресло губернатора Островского, смоленского губернатора Островского Алексея Владимировича. И он как-то в этом году, летом, выступая, значит, где-то перед журналистами, назвал своих возможных преемников, среди которых, кстати, прозвучало и имя Алексея Островского, смоленского губернатора. И вот мне представляется, чем больше Жириновский говорит о ком-то из своих орлят, воспитанников, ставленников, тем ближе конец этого ставленника на том посту, на котором он находится. То есть, но конец может быть ближе, просто в отставку отправят, так сказать, без ничего. А может быть, речь идет о повышении каком-то. У меня есть песня «Куда уйдет Островский». Куда уйдет Островский, куда уходит он, на трон какой московский, а может быть он. Ну, Островский, значит, Островскому доложили, что есть такая песенка, и вот есть такой блогер Гордеев, который написал эту и озвучил эту песенку под свою гитарку. И Островский послушал и сказал, да, песня хорошая, хотя он не разглядел там, значит, подводных камней никаких, и моего дерзновенного юмора и сарказма, но, тем не менее, он сказал, но уходить я никуда не собираюсь, мы будем еще долго тут работать. И вот он работает, значит, и вот сейчас, а может быть, ну, не знаю, но вот именно сейчас Жириновский устроил целый, как бы, политический перформанс в эфире радио «Комсомольская правда» и начал страстно защищать, топить за своего питомца, губернатора Смоленщины Алексея Островского. Мол, даже с пандемией Островский лучше всех справляется. Мол, он ездит без охраны, без мигалок, без всяких и без сопровождение живых охранников. Он не пользуется ничем этим, потому что, наверное, пользуется любовью смолян, и здесь, так сказать, никто не посмеет, значит, на него нападать или тухлыми помидорами или яйцами кидаться в него. Вот. Или отбирать у него яйца там. Ну, а какие у губернатора яйца? Вот. И рынок, мол, он для местных производителей построил и так далее и тому подобное. И вот, в общем, Жириновский представил его снова, в который уже раз, как лучшего главу региона в стране. Но журналисты об этом типа Жириновского не рассказывают, потому что Островский в неправильной партии состоит. Ну, то есть он говорит, что типа мы чуть ли ЛДПР не оппозиционная, а пальная партия.
Хотя мы-то знаем, так сказать, что такое КПРФ и что такое ЛДПР и с чем их всех едят, так сказать, особенно на выборах, с чем их всех едят. Вот, что касается успехов в борьбе с пандемией, то осенью Смоленская область, это уже мы говорим, это журналисты говорят, и я говорю, а не Жириновский, то осенью Смоленщина поставила антирекорд по росту новых случаев ковируса, заражения ковирусом. И это был полный провал региональной системы здравоохранения. Хотя отдельно взятые, так сказать, врачи и пункты, значит, ну, пункты – это все точки, где борьба с ковирусом осуществляется людьми в белых халатах, отдельно взятые совершают подвиг, подвиг натуральный, понимаете? Им надо при жизни памятники ставить, им надо деньги платить достойные, чего тоже нет. Вот. И лишь в конце ноября нынешнего года началось снижение проявлений ковида, как, собственно, и во многих других регионах страны, не только на Смоленщине. Вот. Что касается, например, охраны и мигалок, я на эту тему, на тему охраны с Островским лично говорил в городе, подошел к нему, я об этом писал, книги для Островского называются «Моя история», и подарил ему несколько своих книжек и сказал, что почему вы без охраны, так сказать. Ну, на что он мне там сказал, что не предусмотрено бюджетом и так далее и тому подобное. А я ему сказал, давайте мне удостоверение, я единолично организую вашу охрану, причем бесплатно. Зарплату мне не надо платить, дайте только удостоверение. Ну и так далее. То есть мы минут 15-20 с ним на эту тему беседовали. Ну, это похвально, значит, что человек не боится, человек считает, что он ничего такого не сотворил, за что его можно, так сказать, на него напасть с кулаками или, я говорю, с тухлыми яйцами или помидорами. И, значит, он оценивает свою деятельность на Смоленщине достаточно высоко. Вот. Ну, давайте демографию рассмотрим. Демография – это рост или убыток народонаселения. Вот. Речь идет о сбережении нации или о ее или об уничтожении. Так вот, за время губернаторства господина Островского население Смоленщины сократилось с 980 до 920 тысяч человек. Я хочу сказать, что вот какие-то у меня цифры в голове сидят давным-давно. Мне кажется, что такого мизерного количества населения на Смоленщине не было даже после войн 1812 и 1941-45 годов. Понимаете? Такого мизерного количества населения. Там речь шла о 1 200 000, 1 300 000, но никак не 920 тысяч человек. Понимаете? Вот при Островском, значит, 60 тысяч смолян как корова языком слизнула. И это несмотря на то, друзья мои, что огромный приток мигрантов идет, в том числе и в Смоленскую область. В Россию, в том числе и в Смоленскую. Смоленщина, она вообще приграничная область, она особая область, это, так сказать, как крепостная стена наша, построенная Федором Конем, для Смоленска была защитой и преградой врагу. Так Смоленщина защита и преграда врагу для всей России, особенно для центра России, для Москвы. Понимаете, не зря Смоленск издревле называли ключ-город. Ключ-город. Кто этот ключ возьмет, тот и в Москве замок откроет. В Москву. Смоленщина на 5-м месте в Центральном федеральном округе по естественной убыли населения. Понимаете? Страшное слово. Естественная убыль населения. Да это не естественная убыль, между нами, девочками говоря. Вот. И на 5-м же месте, только с конца. С конца. Как у меня есть высказывание такое. Мы первые с конца. Так это значит, мы 5-е с конца по уровню зарплат. У нас, значит,
чуть больше 35 тысяч. Значит, а если это не чистыми, это с налогами, а если вычесть налоги, то и гораздо меньше, так сказать. Всегда у нас было где-то 28-30 тысяч. Это цифра. Зато в Смоленской области, как вот они берут на Смоленщине, один из самых регионов таких, где относительно дешевое жилье. Но вы же понимаете, что такое рынок, и в том числе рынок жилья. Здесь, как и вообще на рынке, спрос рождает предложение. А спроса-то и нет, поэтому и снижается. Спрос – это покупательная способность населения. Есть у населения средства для покупки этого жилья или нет? Если нет, то снижается. Если плохо идет спрос, то, естественно, цены снижаются. Понимаете? Так и тут. То есть, с одной стороны, говорят, смотрите, как здорово на Смоленщине. Приезжай на Смоленщину, и жилье тебе чуть ли не бесплатно, да? Ну, это я утрирую. Какое там бесплатно? Но речь идет не об улучшении, может быть, а об ухудшении жизни населения. Потому что нет у людей денег на покупку даже дешевого жилья. Вот. А по рентабельности бизнеса, например, Смоленщина четвертое место занимает. Но тоже с конца, в Центральном федеральном округе, я имею в виду. Хуже нас только в Тверской, Калужской и Ивановской областях. Вот, что касается, опять это касается жизни населения, получения кредитов. Так вот, закредитованность моих несчастных земляков составляет 67%. Вы представляете себе, что 67% моих земляков живет в кредит. Не от хорошей это жизни, не от желания, допустим, купить какую-то большую покупку, а от желания выжить, купить себе поесть, купить себе предметы, может, первой необходимости. Понимаете? Вот о чем речь. 67%. А это кабала, а это при таком уровне безработицы смерти подобно. А на каждом углу, значит, вам предлагают, а телефон, значит, раскаляется с утра до вечера, звонят всякие представители всяких банков, банкушечек, банкоматов и черт знает чего, значит, предлагают вам и говорят, вам оформлен кредит, вам одобрен кредит, вам золотую карту какую-то выписали. И не успеваешь посылать их, так сказать, далеко-далеко, где кочуют туманы. Можно долго и до бесконечности продолжать заслуги в кавычках нашего губернатора и разговор о том, какое влияние он оказывает на все сферы жизни Смоленской, Смоленщины. И у нас хватит цифр для того, чтобы доказать свою правоту. Но и так ясно, что общая картина на Смоленщине складывается не в пользу любимца Владимира Вольфовича, не в пользу Алексея Владимировича Островского. Да и с преступностью, так сказать, не все в порядке у нас, понимаете? Не все в порядке. Хотя, значит, Островский и его окружение ставят в заслугу ему то, что вот он дал добро на привлечение там к уголовной ответственности того-то, что он, значит, из своего окружения убрал того-то за то-то, то-то. Ну, честь и хвала. Ну, вот, смотрите, 6 апреля 2019 года на Смоленщине без вести пропал 16-летний подросток Владислав Бахов. Это случилось в Демидовском районе. Это случилось на глазах более чем 10 людей. И куда делся, до сих пор неизвестна судьба Владислава Бахова.
Островский проговорился как-то журналистам, что он считает, что Владислав Бахов вывезен с территории Смоленщины, что его здесь искать бесполезно. Так это или не так? Если это так, то мы об этом, конечно же, узнаем. Да и если не так узнаем, честно говоря, я не понаслышке знаком, а по фактам, по эпизодам своей практики знаком с таким постулатом, что все тайное становится явным. Рано или поздно мы обо всем узнаем. Друзья мои, ну а я хотел бы пожелать Алексею Владимировичу Островскому, значит, почаще лицом оборачиваться к людям. Как-то он на своей вот связи с населением, на линии связи с населением 15 декабря что-то такое отмочил на уровне Черномырдина, что-то связанное с дураками, значит, что типа пусть будут дураки, но только чтобы порядочными были, так сказать. Ну, порядочный дурак тоже человек. Порядочный дурак. Я помню, у нас был в доме дураков, причем он занимал огромный пост для Смоленщины. Он был начальником управления Калининской железной дороги. Вот. Потом это стало, упразднили, стало Московской, отделение Московской железной дороги. Ну вот Калининской железной дороги. Огромное управление, где более 1200 человек работало и так далее. И у него был сын Вовка. И когда мы его звали, мы кричали: «Дурак, выходи, значит, на улицу». И Вовка выходил с нами тусоваться. Вот. А потом они сменили фамилию на Васильев. Надоело им вот это. И мы стали кричать: «Васька, дурак, выходи». Ну, Островскому мы не будем ничего кричать. Нет, будем, если настанет время такое, когда кричат женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросают. И мы будем кричать «Ура!» и кидать в воздух, если не чепчики женские, то бюстгальтеры. Кричать «Ура!», если будет за что. Я вот и хочу, значит, пожелать нашему губернатору, чтобы было за что кричать ему «Ура!» и бросать в воздух чепчики. С вами был Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска, где живет и трудится такой колоссальный человечище, как Алексей Владимирович Островский, смоленский губернатор, и его друг Борисов, который, Андрей, кажется, Борисов, мэр города, героя Смоленска, которому я намереваюсь написать на днях песенку, посвященную тому, что происходит сейчас на улицах города-героя и, наверное, в травмпунктах города-героя Смоленска. Всего нам всем доброго, друзья мои. Пока.